Сынвла Хамбаханов, ваши аплодисменты, Россия! Очень тяжелый бой, 4 раунда позади. Какие ощущения? Приятные. Спасибо. Спасибо. Человек там бился, человек там сражался, а сейчас добродушная улыбка, приятное ощущение. И тем не менее, что там, что за соперник? Хочу сказать спасибо моему сопернику за красивый бой, достойный бой. И хочу поблагодарить наш клуб «Беркут», наших спонсоров. Поблагодарить Чингиса, Тиграна, Чингиса Алазова, которые мне помогали, и моих тренеров, Ибрагима, Руслана, и всех наших тренеров. Мусану хочу сказать спасибо всем болельщикам. Я думаю, что мы от лица всех болельщиков тоже вас благодарим. Ждем здесь, в Казани. Я думаю, что это будет еще один красивый бой. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Сайфулла Хамбаханов, клуб «Беркут», Россия. Грозный.